Что будете дарить супругу на 14 февраля? Не знаю, чем стандартный подарок, какой-нибудь парфюм. А сами что хотели бы получить? Подарок? Да. Ой, как всегда, украшение с бриллиантом. Лучшие друзья девушек, это бриллианты. А вы будете дарить мужу на 14 февраля? Ничего. А почему? Заработала. Не знаю. Даже не знаю, не задавала еще мне. А вы что хотите на 14 февраля получить? Я ничего. Ничего, да? Нет. Может, внимание, там романтический ужин? Ну, может быть, это. А сами цветов-то хоть купите? Конечно, обязательно. Конечно, это традиция семейная. Традиция семейная, у нас тем более 10-го годовщина свадьбы. Поздравляю вас. Сколько лет? Мы пока год. Есть молодой человек. А что вы будете ему дарить на День Святого Валентина? Ну, я хотела ему испечь пирог, устроить романтический ужин. Да, день. Вот подарок. Это подарок? Да. Как зовут подарок? Барсик. А он вам что подарит? Что хотите получить? Ну, ничего такого я не хочу, главное, чтобы меня любил. Будете 14 февраля отмечать? Да, конечно, буду. А подарок какой-то будете готовить, кроме поздравлений душевных? Ну, да, конечно. Будет обязательно подарок, без него ведь никуда. А какой? Это секрет? Да, это секрет. А девушке что-то подарите? Обязательно. А что, уже решили? Нет, еще не решил. Не решили? Ну, цветы, наверное. Наверное. Какие она любит? Какие любит? Да. Розы. Будете 14 февраля отмечать? 14? Наверное, нет. Нет, это почему? Не наш праздник.